Panasonic S-City Max 20G SK. Беспроводная аудиосистема с глубокими басами и светодиодной подсветкой. Вместе с музыкальным центром в комплекте идет пульт дистанционного управления, провод для питания и зарядки, FM-антенна и документация. Музыкальный центр выполнен в черном матовом цвете и обладает циркулярной RGB-подсветкой динамика. Она синхронизируется с проигрываемой музыкой и меняется в зависимости от ее интенсивности. На вершине корпуса есть панель управления с базовым набором функций. Также здесь расположен порт USB для подключения внешних накопителей, разъем CD для прослушивания дисков, аудиовход для наушников и разъем AUX. Для фанатов караоке есть два разъема под микрофоны, а также возможность их отдельной настройки, включая создание вокальных эффектов с помощью функции эхо. Беспроводной музыкальный центр способен проработать до 10 часов в режиме экономии энергии. Время зарядки составляет всего 3 часа. Для удобной переноски устройства на корпусе есть ручка. За громкое и качественное звучание отвечает один низкочастотный динамик и два высокочастотных. Мощность звука 300 Вт. Технология AirQuay Bass позволяет наслаждаться мощными и глубокими басами, которые усиливаются за счет фазы инверторной системы. Она обеспечивает расширение диапазона низких частот за счет создаваемого внутри раструба резонанса. Музыкальным центром можно управлять с помощью пульта дистанционного управления из комплекта. В качестве ПДУ можно использовать и смартфон, подключив его к центру через Bluetooth. Правда, для доступа к расширенным функциям управления потребуется скачать приложение Panasonic Max Juke. Стильная подсветка и мощные басы этого музыкального центра украсят любую вечеринку, которую можно провести и на природе, ведь он полностью беспроводной. А управление с помощью пульта или смартфона очень удобно.